с твоим братом встречаемся. А ты молодец. Я твоя сестра, я даже ничего не знала об этом. Говорю сейчас. Что это за отношения? Мой маленький братик уже так вырос. Что делаете? Они объединились против меня. Зять, как мы смеем так с ней поступать? Просто шучу. Рада, что вы нашли друг друга. Я Уюань, ты должен позаботиться о моей будущей невестке. Будущая невестка? Сюнь Юй Сюань, хоть мы с твоим братом и встречаемся, ты не имеешь права меня так называть. Хорошо, поняла. Невестка. Зять, разве группа Гу не специализируется на производстве скульптур? Почему инвестируешь? Потому что я деловой человек. А Юй Сюань теперь может танцевать. Что? Ты теперь танцуешь? Поборола свои барьеры? Конечно. И все это из-за помощи кое-кого. Кстати, сегодня вечером после главного выступления я буду танцевать сольно. Посмотришь? Зять, это правда? Конечно, правда. Просто подожди и посмотришь сам на красивый танец своей сестры. Красота в глазах смотрящего. В глазах моего зятя ты самая красивая. Однако, для меня некрасивее моей Ван Нин. Такой прилипчивый, просто идите кушайте. Давайте поедим. Готова? Покорми меня. Я нервничаю. Съешь это. Босс, все готово. Сделаем это сегодня. Еще одна неудача. И вы знаете, какие будут последствия. Босс, не волнуйтесь. На этот раз все будет хорошо. Я не знала, что ты вернешься. Ты поел? Что ты хочешь делать? О чем ты? Это дела, связанные с компанией. Не делай ничего плохого. Я не буду прикрывать тебя. Ты. Я видела твой танец в детстве. Прошло больше 10 лет. Юй Сюань, не нервничай на сцене. Расслабься. Почему мне кажется, что ты нервничаешь больше меня? Это неправда. Я рада за тебя. Хорошо. Фея! Что ты здесь делаешь? Фея! Ты готова? Не нервничай. Просто танцуй. Смотрим только мы не будем смеяться. А вы двое, правда, идеальная пара. Ты сказала мне то же самое. Хуэй Синь. Мне нужно в туалет. Хуэй Синь, ты приняла решение? Сам говорил, знаешь все о женщинах. Что такое? Поцелуй сделал тебя трусом? Имеешь в виду, что согласна? А я этого не говорила. Я тоже в туалет. Юй Сюань, подожди меня! Что она имела в виду? Похоже, у меня есть шанс. Уже уходишь? Да. Мне нужно разобраться с интервью. Останься.
Сейчас так поздно. Разве не хочешь посмотреть танец Юй Сюань? Мне это не интересно. Она моя сестра, и я беспокоюсь о ней. Ты давно не называл меня сестрой. Можешь назвать сейчас? Ты моя девушка. Я не хочу называть тебя так. Уверен? Я пойду. Ван Нин. Сестра. Что сказал? Не расслышала. Сестра. Не будь таким небрежным. Ладно, сестра. Еще раз. Сестра, сестра. Извините, что прерываю. Я Уюань. Кажется, тебе очень нравится звать ее сестрой. Сюнь Юйсюань, не подкрадывайся к нам. Ты больше не заботишься обо мне после того, как появилась девушка, да? Сюнь Юйсюань, ты точно сможешь танцевать? Я Уюань беспокоится. Да не волнуюсь я. Не волнуйся, я на 100% уверена. Ладно, Яо Юань будет снимать этот памятный момент. Хорошо, тогда спасибо, невестка. Договорила, не называй так. Ладно, займите места в зале. Я скоро буду на сцене. Удачи. Танцевальная драма «Фея». Юйсюань! Босс! Юйсюань! Яньчен! Гуяньчен! Гуяньчен! Гуяньчен, очнись, Гуяньчен! 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 Босс, мы сделали это! Гуяньчен, ты в порядке? Очнись, пожалуйста! Доктор! Как он? Операция прошла успешно, он вне опасности, но... Но что? Удар нанес определенные повреждения его мозгу. Жизни ничто не угрожает, но все остальное зависит только от него самого. Так вы имеете, что он может не очнуться? Это возможно. А если очнется, могут быть серьезные последствия. Спасибо, доктор. Гуяньчен! Гуяньчен, ты должен очнуться, ты слышишь меня? Ты обещал мне, что мы будем вместе навсегда. Я уже потеряла самого дорогого человека. Я не могу потерять еще и тебя. Ты чувствуешь, когда я в опасности, верно? Ты знаешь... Как мне сейчас страшно! Гуяньчен! Умоляю тебя! Пожалуйста, очнись! Хорошо, ладно? Просыпайся! Моюй, останься с ней. Не волнуйся, дедушка. Моюй.
Что мне делать? Что делать? Дедушка, вы в порядке? Я в порядке. Немедленно расследуй это дело в мельчайших деталях. Выясни, несчастный случай или за этим кто-то стоял. Иди. Известный скульптор Гуян Чен получил серьезную травму. Наш репортер запросил дополнительную информацию у группы Гу, но ответа нет. Выясни, где тот театр, в котором Гуян Чен получил травму. Да. Обычно ты очень аккуратен. У тебя одержимость чистотой. Ты должен очнуться и увидеть себя. Я вытираю тебе руку, но делаю так небрежно. Пожалуйста, очнись, ладно? Выпей. Доктор сказал, ты должен пить воды. Давай. Послушайся. Выпей воды. Всего один глоток. Ты обычно очень заботился о своей внешности. Очнись, посмотри на себя. Ты теперь совсем некрасивый. Сегодня я помогу тебе, но завтра ты обязательно должен очнуться и попить воды сам, слышишь? Если она так и будет сидеть у его постели, то потеряет сознание. Ты права. Я не говорил об этом отцу. И дальше не говори. Он будет беспокоиться. Этот случай – большой удар для него, как и случай, когда наша мама погибла. Не волнуйся. Гуян Чен очнется. Я хорошо его знаю. Он очень волевой человек. Я верю, они смогут пройти через это. Что ж, тебя уже все ждут в компании. Я останусь здесь. Вернусь и помогу после работы. Попрошу отца связаться с самыми известными врачами-неврологами. Они тоже могут помочь. Ван Нин, спасибо тебе. Дурачок, мы же одна семья. Тогда я пойду. Ты напугал меня. Почему вдруг вернулся и свет не включил? Если совесть чиста, почему боишься темноты? Что ты имеешь в виду? Не говори так с мамой. Ты знаешь, почему Гуян Чен получил травму?
Это во всех новостях. Все об этом знают. Ты знаешь, я не это имел в виду. Объясни мне, прошу тебя. Что ты сказала тому парню на днях? Я видел его и потом. Похитили Муюй. Я видел его еще раз, и теперь Гуян Чен ранен. Мам. Ты стояла за этим. Как ты смеешь меня допрашивать? Я твоя мать. Ответь мне. Что если скажу да? Что если скажу нет? Мама! Почему ты не можешь просто отпустить это? Ради группы Вэй ты готова на все, даже причинить боль невинным? Это правда того стоит? Если это правда была ты, иди и сдайся. Я останусь твоим сыном. Что если я откажусь? Ты собираешься разорвать со мной отношения из-за кого-то? Да. Ты... Ты не знаешь, почему я это сделала? Я сделала это ради тебя! Ты правда разочаровываешь? Ради меня? Ради меня? Ты с детства использовала меня как оправдание. Когда я был ребенком, я учился не так хорошо, как Гуян Чен. Ты сказала, что я бесполезен и не возглавлю группу Вэй. И я изо всех сил гнался за ним. Я даже считал его своим врагом. Мы могли бы быть друзьями. Из-за тебя наши пути разошлись. Мне нравится Муюй. Но я снова и снова отвергаю ее и причиняю ей боль. Из-за тебя. Я не могу быть с той, кого люблю. Мам, будь честна с собой. Ты правда делаешь это ради меня? Это все для собственного тщеславия. Ты сделаешь что угодно, лишь бы группа Вэй получила пользу. Ты причиняешь мне боль. И ты причиняешь вред другим людям. Я причиняю тебе боль? Все, что я сделала для группы Вэй, все это ради тебя. Если бы не я, группа Вэй не достигла бы таких высот. Если бы не я, группа Вэй была бы в чьих-то руках. Я знаю, тебе было нелегко. Вот поэтому я всегда делал так, как ты говорила. Ну а теперь группа Вэй под твоим контролем. Никто не отнимет компанию у тебя. Будь жадный, если хочешь. Но я больше не буду твоей пешкой. Мне нравится вырезать. Но не из-за призов на конкурсах. Если Гу Ян Чан не очнется, тогда я откажусь от участия в конкурсе. Ты... Не посмеешь. Прекратите это, председатель Лю. Иначе вы навсегда потеряете своего сына. Почему ты не можешь понять меня? Почему ты не понимаешь моих мотивов? Неужели я что-то сделала не так? Это моя вина? Что я сделала не так? Что я сделала не так? Что я сделала не так? Юйсюань, смотри, что я тебе принесла. Юйсюань, послушай меня. Если Гу Яньчен узнает, что ты не ешь, он будет очень волноваться. Я нашла красивое место во дворе. Давай поедим там, хорошо? Пойдем. Последи за ним. Юйсюань! Ты в порядке, Юйсюань? Иди за доктором. Бегу. Юйсюань! Юйсюань! Что с тобой? Не доктор. Пугай меня, Юйсюань! 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 Юйсюань!
Дедушка, не волнуйтесь, моя сестра скоро очнется. Юйсюань, ты очнулась. Дедушка, Юйсюань очнулась. Очнулась? Хорошо, просто замечательно, прекрасно. Дедушка... Глупая девчонка, обещай мне, что ты позаботишься о себе. Ян-чан еще не очнулся. Если и ты заболеешь, я слишком стар, чтобы вынести это. Извините, дедушка, что беспокою вас. Все в порядке. Я буду рядом с внуком, хоть целые сутки. Возвращайся и отдохни. Пока не отдохнешь, не приходи сюда. Дедушка, я останусь и позабочусь о Ян-чене. Я буду хорошо кушать и буду спать вовремя. Хочу быть первой, кого увидит Ян-чен, когда очнется. Я был в больнице. На этот раз семья Гу очень осторожна. Повсюду телохранители. Посторонних людей к палате не подпускают. Поспрашивал персонал. Директор Гу еще не очнулся. А как? Как Юйсюань? Ухаживает за директором Гу в больнице. Кажется, она и не уходила. Поэтому и не отвечает на мои СМС. Сейчас Гу Ян-чен единственный, кто в ее голове. Президент, мне нужно сообщить группе Гу, что вы хотите нанести визит. Не нужно. Вернись к работе. Да. Я видел новости и решил навестить Гу Ян-чена. Проходя мимо, увидел тебя. Он в порядке? В порядке. Извини, я не проверяла сообщения в эти дни. Ты в порядке? Если тебе нужна помощь, можешь сказать мне. Я знаком с нейрохирургом. Мне сейчас нужно сменить одежду Гу Ян-чену. Надо заботиться о нем. Я пойду.
месяц спустя. Репортеры посетили съемочную площадку фильма «Погоня за светом» с Гому Юй в главной роли. Гому Юй танцевала под дождем и всех поразила своим танцем. Гуянчен, ты слышал, какая великолепная Му Юй? Давай вместе посмотрим ее новый фильм. Слышала? Тот пациент только что очнулся. Конечно, он же наследник группы Гу. Такой красавчик. Юйсюань, ты слышала, что они сказали? Подожди меня! Янчен! Гуянчен, ты очнулся! Доктор, как он? Теперь, когда он очнулся, он в порядке. Но ему надо побыть в больнице для наблюдения и выявить остаточные проблемы. Хорошо, спасибо, доктор. Гуянчен, ты наконец-то очнулся. Вы... Девушка, не бросайтесь на меня так. Тебя прислал дедушка? Гуянчен, да хватит тебе прикалываться. Эта шутка совсем не смешная. Ведите себя прилично. Ваша миссия провалена. Женщины меня сейчас не интересуют. Ты... не помнишь меня? Зачем мне помнить тебя? Это я, Сюнь Юйсюань. Я вас не слышал. Доктор... Доктор, прошу, проверьте его еще раз. Не волнуйтесь, мы сейчас же проведем тщательное обследование. Спасибо, доктор. Хорошо, спасибо. А? Как раз хотел спросить, почему я в больнице? Что случилось? Янчен, меня хоть узнаешь? Дедушка, я же не дурак. А меня? Это твоя девушка? Ты помнишь? Госпожа, мой вам совет. Не верьте ему, он плохой человек. Какая госпожа? Она Хуэйсинь. У тебя так много девушек, я не помню их всех. Серьезно, подумай, кто она? Я не знаю ее. Как ты мог забыть ее? Она Синь Юйсюань. Ты Хуэйсинь. Забудь. Это не его вина. Дедушка, вы болтаете, я подышу воздухом. Юйсюань, Юйсюань! Янчен, ты в порядке? Дедушка, я в порядке. Юйсюань, ты в порядке? Хуэйсинь, я не в порядке. Сердце так болит, мне так грустно. Гуянчен помнит всех, кроме меня. Как будто меня полностью стерли из его мира. Знаешь... Я так боюсь, что он на самом деле никогда не любил меня. Это все чепуха. Все знают, как он сильно тебя любит. Он рисковал жизнью, защищая тебя. Кстати, он и меня забыл. Может, он просто потерял воспоминания за определенное время? Подумай об этом. Когда он очнулся, то решил, что дедушка подослал тебя. Когда случилось то же самое? До того, как вы познакомились. Это доказывает, что он помнит только то, что было до того, как вы встретились. Воспоминания после этого повреждены или еще не восстановились. Ты права. Я не верю, что это вранье. Я заставлю его вспомнить меня. Умничка. Поддерживаю тебя. Дедушка. Есть Ваня. Я знаю, что твое сердце разбито. Я боялся, что ты сдашься. Похоже, я недооценил тебя, Юйсюань. Чем именно я могу помочь тебе? Скажи, я все устрою для тебя.
Директор Гу. Ты новый водитель, нанятый дедушкой? Да, директор Гу. Меня зовут Сюнь Юйсюань. Так желаешь быть со мной? Мне не нужны услуги водителя. Давайте познакомимся еще раз. Меня зовут Сюнь Юйсюань. С этого дня я ваш личный водитель. Мне не нужны услуги водителя. Даже если ты меня не помнишь, ты ничуть не изменился. Что вы сказали? Ничего. Директор Гу, с этого дня я сотрудник группы Гу. Я не могу просто уйти. Пойду заберу вещи из багажника. Просто позволю тебе почувствовать, что я в опасности, что я твоя судьба. В группу Гу не нанимают тех, кто даже ходить не умеет. Да как ты можешь так говорить? Шантажируешь? Нет. Нет. Где дедушка нашел такую клушу? Ну как, все идет хорошо? В каком месте это похоже на то, что идет хорошо? Сначала будет трудно, но не сдавайся. Он правда не бросился защищать тебя? Это странно. Он сказал, что чувствует, когда я в опасности. А может, этот несчастный случай повлиял на отношения между вами? Что собираешься делать дальше? Есть план Б. Клин клином. Как это возможно? Подожду снаружи. Как ты вошла? Что тебе от меня нужно? Ты не заметил, что сегодня я выгляжу иначе? Да, немного иначе. Что изменилось? Ты еще более наглая. Забудь. Не надо так давить на него. Делай все шаг за шагом. Директор Гу, извините. Я была слишком грубой. Я пойду. Подожди. Что я могу для вас сделать?
Да кто же эта девушка? Я правда знаю ее. Посмотри сам. Это все вещи той девушки? Это очень странно, что ты так сильно любил Юй Сюань, но ты забыл все, что связано с ней. И мне странно. Но она очень похожа на летящую фею. Да. Так что я думаю, это должно быть план дедушки. Похоже, Юй Сюань права, хоть ты и потерял воспоминания, но ты не изменился. Может, это испытание, данное вам небесами? Не знал, что ты веришь в такое. Не фыркай, ты и сам во все поверишь. Кстати, близится конкурс «Золотая скульптура». Да, время уходит. До госпитализации ты к нему готовился. Все в порядке. Элегантная встреча почти готова. Элегантная встреча? Кажется, ты потерял больше воспоминаний, чем мы думали. Твоя память остановилась перед 7-й премией. Правда, что ли? Это было 5 лет назад, а сейчас уже 8-я премия. А на 7-й премии я выиграл? Да. Тогда это не проблема. В любом случае, я выиграю награду и в этот раз. Но после того машина... Что с машиной? Неважно. В любом случае, будь осторожен за рулем. Как это относится к скульптуре? У меня есть личный водитель. Верно, как я мог забыть это? У тебя есть своя муза. Да что за бред ты несешь? Я решил, с завтрашнего дня... Посвящу себя скульптуре. Хорошо. Но, босс, я должен дать тебе совет. Будь хоть немного добр к своему водителю. Иначе ты и сам пожалеешь об этом. Сейчас тебе плевать, что она испытывает, но вернуть ее будет чертовски тяжело. Директор Лю, давно не виделись. Да, председатель Гу, давно не виделись. Ты должна знать, почему я пригласил тебя сюда. А? Мою внучку похитили. Моим внуку и внучке тяжело. Ты виновата в том, что произошло. Председатель Гу, это должно быть недопонимание. Не притворяйся невинной. Я правда невиновна. У вас есть доказательства вашего обвинения? Доказательства?